Давайте я. Шашлычки. Да мы это сейчас допьем, потом простите. Да, кстати, из вас. Вот такие шашлычки. Ну там, а? Пример в деревне. Печенье покупал, да? Пряники. Пряники. Как лавандовый полет. Да, лавандовый. Арзамасский вокзал. Сейчас. Это у нас Арзамас 2. Встречаемся в кровь. Казанский поезд сейчас подъедет. Здесь я жила, когда училась. Жила? Севастопольская улица. Там? Да. Тут квартира. Нет, там второй дом. И через парк в институт. Может и нет, надо было тогда там. Что на рынок? Говорю, а попили не проехать. 100 рублей. Тут очень много церквей и соборов. Студенческий, наверное, тоже полцены, да? Наверное. Справки надо вот взять. Справки ученики тоже. Сейчас там вывернешь. Едь туда. Смотрите маленько на горце. Смотри, какая красота. Здесь только церквей. Люди обычные, необычные. Тут вот можно? Можно. Вот там туда. Повернешь. Да? Вы в машине будете сидеть? Да. Арзамас. Вот какая провинция. 70. Вот так вот. Арзамас реставрирует. Красота. Да это слабенькая. Она вверх только может покруче. Вверх. Взлетала. Сейчас в следующий раз гонимся. Нет, слабенький. Вот еще. Нормально. Вот смотри, какая. Реактивный самолет.
American Store. Первая была самая. Наверное. Дети в стрелялки играют. Лепилей, лепилей. Вот, Сереж, на работу вот такая была. Старая церковь, а рядом отреставрированная. Это лепилей. Круглого. Или что, круглого? Сейчас... Это круглого. Нет, мне кажется, лепилей это. Сюда мы на дискотеку ходили пешком из Галяткина. Вот 99 километров. В этой церкви меня крестили. Домовно. Муром. Мурово, да. Муром поедешь. Муром. В этой церкви мы венчались с папой. Меня крестили. 20 лет назад. Мам, что такое венчать? Ну, это когда женится, в церкви венчаются. 20 лет, да. Вообще, в этом году юбилей у нас. И же тебе дам полбу. Что-то вон сегодня это народ в церкви. А, сегодня же воскресенье. Воскресенье вообще-то. Ты же даешь. Да. Время 11:40. Тут заканчивается. Тут служба. Всегда долго служба. Идет. Может, крест сегодня. Дети вон только идут там причащаться. Все новое. Это не бэушное. Ну ладно, я у тебя ее возьму там. И сейчас пили. Ну, получается, ты ее будешь уже сидеть. Бывает, церковь. Привыкли, да, все. Привыкли. Это больше будет. И значит, ты будешь... Начал. Сейчас Липовка будет. Сюда поддельный автобус. Там Тёша. Надо было спиннинг взять сегодня. Сейчас бы всех выгрузили, да, на речку. Ну, полтора часа где-то. Бабушкин дом. Который синий? Он крайний. Крайний. Зеленый, наверное. Смотри, 50. Это эти, которые... Эти. Забыла, как раз. Монаховы. Шарики. На нашей улице. Одни машины там стоят. На нашей улице. Петушок, золотой гребешок. Ко-ко-ко-ко-ко. Петушок. Смотрите, какой пес. Смотрите, какой пес сидит на мне. Вот он. Бобик его зовут. Его зовут Бобик. Он сначала меня облаял, а потом залез на меня, видите ли. Бобик, передавай привет. На тебя смотрят
зрители, наверное, прикалываюсь. Он как не греет. Ну, как-то я не пользуюсь, да? Ну, пускай он, ребят, снимут, загреет. Пирожок. Сними микроволновку, он, Андрюша, погреет этот пирожок. А, мы в духовке разогреем. Почему он в духовке не хочет? Она холодная? Ты выбежишь от Даши. Жарко будет. Жарко. Почувствуй. Ну, очень дом. Иди, покажи. До Кукина. Давай посмотрим вот деревню, а потом мало. Магазин, да? Магазин, который не работает. Вообще, кто живет? Там, кстати, тёша, родник есть даже. Собак вот даже есть. Арзамас, он такой истинно русский город, такой прям русский-русский. День России. 40 лет Марине. Еще кому мясо? Так, 25. Все остальное опыт. Еще одну тарелку с мясом. А вон... Торт сама пекла, что ли? Да. Баунти. А это баунти, да? А лисочки сам пойдет. Она сказала, это тайна. Это тайна, да? Кто это? Гусь? Нет, это на лебедь похож. Да. Лебедь. Один главный. Хочу поесть мороженку с фруктиками. Вкусняшку на улице. На улице сегодня, правда, ветерок, но нормальное солнышко. У нас что-то вообще жаркой погоды нет. Когда она будет? Дел, конечно, полно. Ну, хочется солнышко половить. Всем доброе утро. Вот так я занимаюсь. Часик на тренажере. Это эллипс. Очень хорошо сгоняет пот и вес. Уже 46 минут я на нем. И осталось минут 10-15. Где-то за час сбрасывается 600 калорий. Дистанция где-то 6, 5-6 километров. Ну, хотя бы раз в неделю я стараюсь заниматься. Хотя бы, а там что получится? Можно и пойти. Что я пью перед тренировкой?
За полчаса перед тренировкой я принимаю L-карнитин. Чистый L-карнитин. И в BCAA комплекс, это комплекс аминокислот, L-карнитин, он, как бы сказать, дает сил, что ли, на физкультуру больше. То есть у тебя как бы нет усталости особый, да, L-карнитин – это незаменимый продукт при тяжелых силовых или аэробных тренировках. Он активизирует метаболизм жиров и образование из них энергии. В результате происходит рост мышечной массы при одновременном сокращении процента жира. То есть это тоже такая. Рекомендуется по 2 капсулы в день перед тренировкой на протяжении всего курса интенсивных физических нагрузок. Я пью одну. Можно 2 спокойно пить, но мне и одной вот хватает, действительно, силы прибавляются. И что такое ВСАА комплекс? Это другие аминокислоты, тоже L-кислоты, а именно L-лейцин, L-изолейцин, L-валин. Ну, то есть L – это для аминокислот самое удобоваримое для организма такая вот форма, так скажем. Есть еще D для сахаров. Лучше усвоение идет в форме D, как D-маноза, например, да. А вот для аминокислот усвоение организмом лучше идет в L-форме. Тоже рекомендуется по 2-3 таблетки 2 раза в день за 30 минут до тренировки или между основными приемами пищи на протяжении всего курса интенсивных физических нагрузок. Я пью одну. Не знаю, правильно или нет, как бы не хочу, как бы, потому что я не спортсмен. Если бы я была спортсменом, то да, 2-3. Но мне хватает и одной для моей часовой вот, тренировочки. Поэтому рекомендую, действительно, час пролетает с ними незаметно, легче. Я вот сравнивала, если без них, то да, как бы устаешь уже, не хочется. А с ними прям хочется, азарт какой-то поднимается. В конце тренировки ты бежишь еще хлеще, чем в начале. То есть вообще класс, работает супер. Я пью после тренировки, а после тренировки я хочу попить коктейль с аминокислотами. Опять же, вот лишний раз я таблетку, например, аминокислот не приняла, да, но зато я в коктейле ее приму, так скажем. Ну вот, тут тоже, потому что для спортсменов такой комплект, мне кажется, хватит. Это у нас скульпта коктейль. Тут куча всяких. Тоже L-лейцин, L-валин, креатин, L-изолейцин, ниацин, витамин С, Е, пантотеновая кислота, В6, В1, В2, фольвия, биотин, витамин В12, ну, естественно, концентрат сывороточного белка, какао-порошок от шоколадный и так далее. В общем, давайте взобьем. Я хочу попробовать сегодня взбить вот этой вот, но мне кажется, не получится. Говорят, типа, капучинатором взбивается лучше. Не знаю. Я люблю пить в молоке. Я раньше просто взбивала вот в шейкере. Хочу вот попробовать в капучинаторе. Но он, мне кажется, какой-то слабенький. Это у меня из фикс-прайса капучинатор. Не знаю. Посмотрим сейчас. Наверное, долго придется взбивать. Пенка прикольная получается. А может быть, сейчас я еще и в шейкере добью его. Никак. Давайте в шейкере. Потому что никак не пробивается. Видите, остается. Шейкер добила. Попробовала. Очень вкусно, особенно после тренировки. Так хочется вот именно какого-то такого питательного коктейля, шоколадненького. Прям мышцы просят, видимо, вкусно. И Остапа понесло называется. Сделала татушки. Такая красота. Так. Похожу денечек для поднятия настроения. Очень даже прикольненько.